Добрый день, меня зовут Анжелик. Я романтик. Здравствуй, Анжелик. Не позволяй начальнику тебя запугать. Он производит впечатление грубияна. А на самом деле? Грубияна есть. Простите. Вот наш первый кандидат на новую вакансию. Вы любите шоколад? Да, конечно, если бы я не любила. Я понял. Мы ее берем. У меня нет проблем с женщинами. Я боюсь их до смерти. Только и всего. Вам необходимо проделать следующее упражнение. Пригласите кого-нибудь на ужин. Что вы делаете в четверг вечером? Погодите, послушайте. Я хотел бы пригласить вас на ужин. Меня? Вы против? Нет, нет. Добрый вечер. Вот это сюрприз. Остаться наедине с женщиной – это пытка. Мадемуазель Деланж. Вам необходимо к кому-нибудь прикоснуться. Потрогать? Это как? Я сумел поймать ее руку. К сожалению, мы оба законченные романтики, и это точно ни к чему хорошему не приведет. Бенуа Польворд, Изабель Карре. Но вы же любите. Страшно, не страшно, одеваться некуда. Нет. Почему нет? Я очень боюсь. Не отпускайте ее. Она любовь всей вашей жизни. Нет, нет, я не готов. Мне нужно время. Я лягу на кушетке. Но здесь нет кушетки. Вы правы.